она, скорее всего, если она предполагает, что может потанцевать с ним на следующем танце, то лучше так и сказать. Ну, никогда не надо отказываться от знакомства с разными людьми, мне кажется. Пойти с тем, кому обещал. Ей следует сдержать своего слова. Когда привлечь внимание к себе. Ну, если у вас все получится, то, может, она с вами пойдет. Ну, ей следует пойти с тем парнем, который я первый пригласил. Ну что ж, видимо, не судьба. Надо было подойти раньше, чем тот парень. Она должна поблагодарить парня и отказать ему. Даже не знаю. Пойти, нет, пойти с тем, кто, кому она уже пообещала танец. Пообещать следующий танец этому молодому человеку. И пойти танцевать с тем молодым человеком, которому она уже пообещала. Ей нужно, наверное, выбрать того, с кем она хочет потанцевать, и определиться. Не знаю, со стороны девушки она сама должна решить.